танк Е-100 массой целых 140 тонн, вы только вдумайтесь, стальной монстр весом 140 тонн. Сразу приходит на ум лишь одна мысль. Пушка танка, а точнее ее трын, должна внушать противнику страх. Вокруг должны валяться, лететь, гореть подбитые танки. А что на самом-то деле? Давайте послушаем. И действительно, звук выстрела у сотки как музыкальный инструмент, соло-партия в рок-балладе. 150-миллиметровая пушка смогла задеть струны моей души и сыграть симфонию из подбитых танков. Именно пушка в первую очередь делает этот танк одним из самых ярких, самых особенных на своем уровне. Ведь покатав на Маусгане, я успел понять, что этот танк никто не уважает. Все упарывались на меня как бешеные, унижали меня, топтали, давили, но это продолжалось не вечно. Стоило мне потратить весь свободный опыт и купить топовую пушку, как резвых упарантов сразу уменьшилось, ведь мало кто захочет вылезти в лоб на эту махину и отгребсти 650, а то и 700 единиц урона, надо быть совсем отбитым. Хотя находились и такие, но их триумф продолжался недолго. Две хорошие плюхи и путевка в ангар обеспечена. А советские средние танки вообще часто улетают с подрывом Б-укладки. Доходность у танка очень странный предмет. Вроде бы и 10 уровень должен же в минус играть, а вот вам и нет. Так как танк тяжелый и при хорошей игре вы чаще всего будете оставаться в живых, поэтому при полной амуниции и без использования голды чаще всего будете в плюсе, даже немножко сможете нафармить. Е-100 проект сверхтяжелого танка разрабатывался как альтернатива Маус. Проектирование началось 30 июля 1943 года в Фридберге. Разработку конструкции и постройку опытного образца вела фирма Адлер. Несмотря на личный приказ самого Гитлера в конце 1944 года прекратить все работы над сверхтяжелыми танками, проектирование продолжалось медленными темпами и была начата постройка прототипа. Незавершенный опытный образец, шасси без башни, был захвачен в Зенелагере на заводе Хеншель английскими войсками в июне 1945 года. Е-100 был перенаправлен в Великобританию для всесторонних испытаний. Полуготовый Е-100 был отправлен на металлолом, поэтому до наших дней не сохранился. Е-100 хорошо зарекомендовал себя в роли универсального танка. Благодаря мощной броне танк хорош в защите. Убойное 150-миллиметровое орудие наносит противникам тяжелые повреждения. Из-за нехватки точности и бронепробиваемости ББ-снарядом предпочтительная дистанция ведения огня небольшая – 100 или 250 метров. При стрельбе на дальней дистанции целесообразнее использовать осколочно-фугасные снаряды или кумулятивные снаряды. В целом, использование кумулятивов практически полностью снимает проблему бронепробиваемости, за исключением экранов, к которым относятся также и гусеницы. Геймплей на этом танке очень прост. Ставите ромб, просто скрывая тем самым свое огромное НЛД. Отворачиваете свою пушку, и шанс вас пробить у противника уменьшается вдвое. Очень часто будете ловить рикошеты. Я так уже танковал и бабаху, и дедов седьмых. Максимальная скорость танка не очень большая. Набирает ее он тоже довольно-таки слабо. Но если разгонится хотя бы до 30 км, то все средние танки, которые будут попадаться на пути, будут хрустеть как сладкие палочки. Вообще по своей натуре сотка это хищник, очень медленный, но опасный. Лишний раз в лоб встречать этот самосвал мне не хотелось бы. Из-за огромных размеров и слабой подвижности такие танки как Леопард или СТБ-1 смогут закрутить и тем самым лишить возможности нормально поиграть. Поэтому сотка может сдерживать направление, танкуя в лоб тяжелые танки, но против СТ 1 на 1 вы становитесь легкой добычей.
Правильная постановка корпуса и поворот башни ромбом делает броню Е100 неприступной. Однако поворот башни для выстрела дает противнику возможность нанести ответный удар. Оказавшись под перекрестным огнем, танк быстро гибнет, несмотря на очень большой запас прочности. Слабые зоны у танка – это его огромная НЛД, которая с легкостью пробивается даже такими средними танками, как Объект-140, Леопард, СТБ, ПАТОМ, ну и так далее. Почти каждый может пробить, особенно с использованием голды. И щечки на башне, в которые может прилететь даже от бабахи или от гриля, например. Ну нахер. Отец! Ну ты видел? Видел? Танк в плане пробития не кисло так апнули, и оно уже составляет целых 258 мм. Ставить калиброванные снаряды из оборудки я не советую, потому что КД у нас уходит в вечность, а каждый выстрел на этом танке как золото. Чем больше, тем светит ярче. Лично я, если вижу дедов седьмых в конце карты, смело кидаю фугасом в лоб на 200-300 хп и уезжаю за укрытие. Если вижу шотного совка, стараюсь выцелить его НЛД и забрать его. Шотный для меня — это когда запас прочности около 600 единиц. Но знаете, седьмые ИСы, и хлебом не корми, дай тебе поиграть в попадание. Попадание. Броня не пробита. Попадание. Есть попадание. Поэтому фугас чаще всего спасает в такой ситуации. А что-что, а фугас у сотки просто бешеный. В гриля, вафлю и другие картонные танки влетает на 800, а то и 900 урона, аж бегом. В целом танк мне очень понравился. Сразу копите свободку и ставьте топовую пушку. Мой вам совет. Фан и еще раз фан вам обеспечен. Из оборудки на танке у меня еще ничего нет. Пройдут месяцы, пройдут года, и тогда я смогу оборудовать свой танк. А пока вот вам сотка как есть. Минутка молчания. Помолчим за тех, кто ставит оборудование на 10 уровень и ждет целый месяц, как я. Но если вам понравилось это видео, ставьте ему палец вверх. И не забудьте подписаться на канал, если еще этого не сделали. Ну а с вами был Клан Джай. Бай-бай, ребятки.